Одинцов. Следующая станция Кунцевская. The next station is Kuntsevskaya. Для получения бесплатной пересадки на метро и МЦК не забывайте валидировать карту «Тройка» на выходе со станции МЦД. Второй этаж, друзья, Аэроэкспресса из Шереметьево, который у нас курсирует до Одинцова. Отправились мы от платформы Славянский бульвар. Второй вагон второго класса. This is Kuntsevskaya. Переход на станцию метро Кунцевская. Change here for Kuntsevskaya metro station. Я сказал делать. Я сказал делать. Вот так. Вот там его аргументируют. Правильно там его не любят. Кого хочешь заебать. Ну, блядь, не опыт. Следующий рабочий поселок. Здесь у нас активно ведется строительство станции Кунцевская. Осторожно, большой кольцевой двери закрываются. Линии. Поезд следует до станции Одинцова со всеми остановками. Please mind the closing doors. This is an all-stations train to Одинцово. Следующая станция – рабочий поселок. The next station is Рабочий. Здесь будет уникальная, на самом деле, для пересадка между подземной станцией и наземной, фактически двумя. На выходе со станции МЦД. Все три станции относятся именно к метрополитену, а не к метро. И МЦК, как обычно, таких пересадок в Москве очень много. Но вот это будет уникальный случай. Днем по будням достаточно невысокий. Особенно как раз в ближних электричках.
Станция Рабочий поселок. This is Рабочий поселок. Платформа здесь для электричек на Усово.